Так, ну вот звезда наша. Ну вот он стартанул. Посмотрим. Уверен, что это правильно? Он же сейчас сюда нырять будет. Да, да. Я думаю, что сюда правильно. У него за шлем, блядь. У Лёни хоккейный, тихо. Да нормально ты стоишь? Не, нормально. Положение машины переворачивает. Как ты обгонишь? Улыбайся. Ну да. Поехал. Давай, нормально. Чуть-чуть вправо только руль, Леня. Да сейчас педали не одел еще, елки, быстрей. Смотри, блогеров на квадратный метр. Зашкаливает количество. Право руль, право руль. Подровняй руль. Помогай. У меня почти лучшее время. Давай немножко колесами. Колесами по чуть-чуть. Колесами давай. Никого не слушай. Давай. Чуть-чуть, пошел на тяжку помогать. Есть, нормально, отлично вообще. Давай. Чуть-чуть. Давай. Пока быстрее этого. Быстрее квадроцикла, да? Ногу, Андрей, ногу. Давай. Леня, нормально помогай. Уже почти выскочил. Давай. Леня, топи. Молодец. Давай, еще. Выезжай. Лучшее время пока. Пока быстрее, Игорь, давай. И быстрее академика тоже. На 2 часа. Так, все, сейчас жесткие пилоты продолжают свой путь. Я за штурманом. Если бежать за штурманом, то мы найдем и пилота. Вот Леня уже идет. Перезаедет пусть. Пусть переедет, Андрюха, там яма. По другой там яма, Андрюха, правее пусть перезаедет. Правее, Леня. Еще. Трос! Андрюха, трос! Трос! Правее, стань чуть, Леня, правее, потому что ты попадаешь колесом в эту фигню. Правее. Команда помогает. Поехали. Время. Что там, Леня? Дай еще что-то. Красавчик. Бородача, на его месте мог быть ты. Зачем?
Уже в хоккей играть? В шлеме в этом дурацком хоккейном. Чего дурацком? Наоборот, это безопасно. Во-первых, бороду не повредишь. А тебе для тебя это важно? Поврежу. Красиво. Теперь тут опасное место. Не, нормально. Уверенно. Опыт огромный. Осталось пару поворотов и на финиш. Ух ты. Так, Леня. Знает, что я не успел сделать фотку в прыжке, перезаезд делает. Думает обо мне человек. Сейчас красивую фоточку ему. Две даже. Пошел на финиш. Неплохое время. У вас, наверное, быстрее был, хотя не факт. По ощущениям сложно так. Что там такое? Не зашел. Так, старт. Это Спарта! Давай, давай дальше, доделал. Не могу я, друг все-таки. Хочет Москвы. Четко. Машина серьезная. Смотри, что творит. Что значит вар, да? Не, ну без трусов он медленнее намного, я тебе скажу. Снял трусы, чтобы легче ходить. Новый трос, да? Ого. Вложились пацаны, да? Красные подтяжки. Да, бородача подтяжки использованы. Красные, видите, вот. Карданы как спустили разные. Да. Ой, что-то. Дай руку. Да нормально, все. Вот смотри, у них права штука. Право руль чуть-чуть. Что-то там со стеклом у вас не устраивает. Да с кухни ручка, видишь? Боди. Право руль чуть-чуть, скажи. Право руль. Красавцы, красавцы, заслуженные аплодисменты. И дальше сейчас будет, дальше будет экшен. Тут вот, здесь по времени потеря достаточно большая у всех. Их
колеса большие, могут там копнули уже, могут попробовать. Плюс блокировки есть. Водя, у вас колесо правое. Водя. Что с колесом, Яна? Колесо правое разулось. Пусть едут. Пусть едут, и они... А он слышит, нет? Нет, он глухой. Дурацкая каска. Ну, ему не надо. Ничего хорошего, конечно. Водя, обрати внимание на колесо. Он тебя не слышит. Где? Схвати Бодю за барки. Скажи, Бодя, ты что не слышишь? Колесо. А он его дольше менять будет вообще. Да, кто быстрей? Выделал, что он быстрее. Но он тут потерял долго, вот здесь. И на финише потерял. Сейчас еще все будет так. Обычно второй заезд сложный очень. Идет красавчик. Вот спуск сейчас. Хорошо. Ты на финиш. Красавцы. Неплохо.